Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы накормить вас обедом стройным, сбалансированным, очень вкусным. А моя семья такие супчики обожает. Именно о супе сегодня речь. Вот о таком суп-пюре из бобовых. А в данном случае тут разные виды бобовых, там и чечевица есть, и горох, и, по-моему, даже кое-что лишнее добавлено, в смысле рис. Вот такая готовая суповая смесь я покупала. Можно миксовать, как вам заблагорассудится. Можно просто чечевицу, хоть зеленую, хоть красную. Неважно. В любом случае, это все пойдет вам на пользу. Почему? Потому что суп будет вкусный, сбалансированный. Если, конечно, вы к бобовым не забудете туда добавить еще овощи, морковочку, можно какую-нибудь капусту, например, брокколи, потом перемелите, по консистенции не поймешь. Ну, в принципе, может хватить и одной морковки, если ее не пожалеете. А в данном случае у меня еще тыква есть. Тоже очень хорошо сочетается, особенно с оранжевой чечевицей. На мясном бульоне, если кусочки мяса, курицы в этом супе-пюре будут, отлично, еще лучше баланс, еще более сытный вариант получится. В принципе, в моей семье это пошел два любимые два варианта. Вот такой суп-пюре из бобовых и борщ. Наваристый такой хорошенький. Отличный вариант для обеда. Никакого второго салата и так далее не требуется. Съел чашку ароматного супчика, ну, можно сметанку еще добавить, зеленью посыпать. И красота. Поел и свободен. Ну, есть, правда, такая вещь. Некоторые диетологи считают, что, ну, в принципе, исследования такие есть. Действительно, если пища измельчена, то она быстрее усваивается и сытость быстрее проходит. Ну, тут вы можете экспериментировать. В принципе, при дробном питании это не так страшно, что сытость быстрее пройдет. Ну, догонитесь потом водичкой или капелькой молочка, и все будет хорошо. Зато вкусно и полезно. И, конечно же, сбалансировано. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня на здоровье. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. На канал мы подписывайтесь, ставьте лайк, оставайтесь на связи. И все у нас с вами обязательно получится. Всего вам доброго. Пока.